Мы находимся на одном из сложных перекрестков нашего города, на пересечении улиц Ленина и 50 лет СССР. Причиной систематических штрафов на данном участке дороги является неправильный разворот на перекрестке. По правилам, на подобных перекрестках водитель должен совершить разворот по большему радиусу, уступив при этом всем транспортным средствам со всех сторон. Но зачастую, чтобы избежать опасных и сложных маневров, водители делают разворот по малому радиусу. И именно на таких сложных перекрестках постоянно дежурят сотрудники ДПС, которые неумолимо выписывают протоколы на нарушителей. А штраф за неправильный разворот на перекрестке составляет 5000 рублей, либо лишение прав от 4 до 6 месяцев. Марта на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение разработать проекты разворотов перед перекрестками, чтобы исключить выезд на них. Детали мы сейчас узнаем у Виталия Глебко. Удалось нам поднять вопрос о том, что необходимо разработать развороты перед этими перекрестками, чтобы люди просто не выезжали на них. Зачем водителю выезжать на этот перекресток, пешеходы там, другие автолюбители друг другу уступать, много точек конфликта, если можно всего этого избежать, просто сделав разворот. Глава города дал поручение департаменту разработать проекты, и надеюсь, что вот в ближайшее время эта работа начнется, пускай не сразу, но постепенно, там, за год, за два, это будет все-таки сделано. У нас наши местные сотрудники ГИБДД выставляют там постоянно наряды, часами и днями там просиживают. Для одной простой цели – составлять протоколы встречи автомобилистов. Да? Хотя они в это же время могли бы нести службу в более опасных местах, потому что, по большому счету, на эти перекрестки общественно опасными местами не являются. Пускай дежурят там, где это положено, там, где это действительно полезно для общества. Взять, вот, допустим, вот этот перекресток, у нас от улицы 30 лет Победы до улицы 50 лет СССР нет ни одного разворота. И это тоже является вот здесь вот местом притяжения наряда ДПС, постоянно дежурит там с одной, с другой или с третьей стороны прячутся. И судья на этом участке говорит, что просто завалены делами с этих перекрестков. И в этом ничего хорошего нету, ни для кого. Та же самая ситуация на следующих перекрестках. Пересечение улицы 30 лет Победы и улицы Ленина. На пересечении проспекта Курчатова и улицы Ленинградской. На пересечении проспекта Мира и улицы Королева. И на пересечении улицы Гагарина и улицы Индустриальной. А если вам есть что рассказать в рубрику «Блондинка за рулем», звоните или пишите в WhatsApp. Телефон указан в тексте.